скорость 225 кингов в метр, 3 метра в секунду, пули флаги у меня стоят. Несколько групп сделаем, посмотрим, что получится. Мишень еще не стрелял. Прицел SWFA, 16 градусов стоит.
предлагаю на этом закончить. Сейчас я покажу вам. Флаги. Там мишень стоит. Все. Пойдемте посмотрим, как другая винтовка отстрелялась. Те же самые ветровые кондиции. Причем здесь идет изучение кондиций. То есть это целенаправленная работа с ветром. То есть стрельба при различных положениях флага для того, чтобы выяснить, куда и как ветер отклоняет пулю. Вот, в принципе. То есть видим то же самое примерно, что и с лешего. Отсюда можно сделать вывод, что кучность, в принципе, приемлемая. Так, ну давайте теперь поговорим про впечатление от стрельбы из лешего. Я в течение нескольких месяцев уже катаюсь с ним. Сперва у меня была шестерка, вот этот ствол, который здесь стоит. Потом пришла пятерка. И скажу сразу, что вот именно в таком коротком варианте пятерка мне нравится больше. И по кучности стрельбы, и по эффективной дальности. То есть получается, что скорость там выше ставится. Ну хотя я сейчас примерно их поставил на одну скорость. Но шестерку обычно я ставлю 218, тогда выстрелов получается около 18. Если ставить скорость 230, там получается расход большой. И не нравится, как она себя ведет. А вот пятерка спокойно со скоростью 228-232 работает. То есть вполне такие хорошие скорости. Оптика. Если стрелять с оптикой с малократностью, то кучность получается хуже. Примерно даже можно сказать, что около полутора-двух раз. Надо было вчера мне захватить этот ствол. Результат по кучности шестерки сегодня бы получился гораздо хуже, чем мог бы быть. Ну вот ветер сейчас у меня показывает 2,8, 3,3, 3,5 метров в секунду. То есть для таких низких скоростей, конечно, очень сильный ветровой снос. Ну вы видели, одна группа получилась приличная, когда кондиция была где-то 1,7, 2,1 метра в секунду, я ее выбрал. Как раз 5 пуль получилось уложить. То есть, в принципе, потенциал винтовки виден. В тире, конечно же, кучи будут получше. Но то, что есть, то есть. Вы должны понимать, что это не спортивная винтовка. То есть она не предназначена для стрельбы групп. Я противник того, чтобы ставить сюда дешевую и малократную оптику. То есть лучше поставьте сюда Bushnell Elite Tactical 10-кратник или вот эти вот таски. То есть можно десятку, двенашку, но здесь стоит 16, потому что он у меня в принципе есть. То есть, а так здесь 10-12 крат хватит за глаза. Леший отстрел на 50 метров.
стрелка завершена. Первая зачетная группа. Следующая зачетная группа.
Ну вот такой ветер. 2-2,5 метра в секунду. Попутный. Меняющий направление. Хорошо. Стрельба. Пристрелочную группу тогда я тоже посчитаю. Потому что вот эта группа. Ну здесь вот эти три пули в прямотоке ушли выше. Ну вот три группы. Здесь видно, что ветром раскидало. Ну это не спортивная винтовка. Должны это понимать. Но тем не менее, кучность вполне себе приемлемая. Лучше иваниксов всяких, про которые мы как-нибудь поговорим. Синхронизация камер. Не бреда будет. Не есть год. В секторку попасть очень сложно. Посмотрим. Чистенькая мишенька. Thank you.
К сожалению, я заметил, что у меня села батарейка на камере. Та камера пишет. И там получилась неплохая группа. Я сейчас разверну камеру и пойду к ней. Вы видели, что тут никакого обмана нет. Так вот, я не выключаю камеру. Сейчас наведу фокус. Вот туда. Так, здесь все пишется у нас. Теперь пойдемте туда и будем там синхронизировать. Так, ну вот, все у нас пишет. Вернулись к первой камере.